Друзья, всем привет, с вами Алексей. Сейчас мы находимся в солнечной Мексике, в самом центре Мехико-Сити. Мы вчера с Айнурой только прилетели, поздно вечером, заселились в отель. Сейчас мы снимем для вас небольшой обзор по тому месту, где мы проживаем, по ценам и так далее. Айнура, поделитесь своими впечатлениями с нашими подписчиками, расскажите немножко, как вам вообще жилье, цены и так далее. Очень понравился отель, почти в самом центре. Дорого, удивительно, всего сколько, $18? Да, комната стоит $18 за сутки. В среднем цена в Мексике, в Мехико именно, примерно где-то $25-30 за сутки. Здесь мы нашли за 18, вариант очень бюджетный, но за свою цену он вполне приличный и хороший. Правда? Да. Вот. Ну что, пройдемте, посмотрим, как вообще внутри обстановка. Нашего мраморных ступеньки. Здравствуйте. Вот. Здесь обычно берем ключик. Это ресепшн. Вот, работает круглосуточно. Ключик оставляем по уходу и забираем его по приходу. Вот такие ключики. Вот, поднимаемся на лифте. Так, вот номер. Вот Зульфия. Чилит. Вот. Ну, расскажите, что тут есть, чего нет, что бы вам хотелось бы добавить. Хороший номер, по такой цене, очень даже замечательный. Такой вид из окна. Туалет. Ванны здесь нету, да? Душ. А вот туалет, душ. Душ и отдельный умывальник. Раковина. Вода горячая, нормально, да, все, да, есть? Да, вообще хороший напор, хороший душ. Телевизор работает, да? Да, все работает. Хорошо. Вот. Это просто шкафчик, да, не холодильник? Холодильника нет, да, в номере? Холодильника нет. Угу. Мы пойдем в кафе кушать, там недорого. Угу. Хорошо. Водичка. Да, каждый день меняет воду, да? Супер. Вот. Вот, друзья, такой номер всего за $18 в сутки. На мексиканскую валюту это примерно 320-330 песо. То есть это очень даже, точнее, я бы сказал, совсем недорого. Каждый день меняют постельное и платье. Да. Вот. А сегодня мы едем на границу с Карлсом подаваться. Вот. Волнуетесь? Очень волнуюсь, но я думаю, все будет хорошо с вашей поддержкой, под вашим чутким руководством. Все будет хорошо. Да, спасибо вам. Все, друзья, следите за нашими новостями.